Образовательные мероприятия для своих представителей Белорусское общество Красного Креста проводит достаточно часто. Традиционно в рамках проектов руководство объединения сотрудничает с различными учреждениями для того, чтобы наладить взаимодействие. Так получилось и в этот раз. Главной темой школы по реагированию на чрезвычайные ситуации в Бресте стала условная ситуация прибытия мигрантов. Здесь совместная работа была налажена между Красным Крестом, представителями Управления по гражданству и миграции МЧС. Цель школы – это отработать вводные по массовому прибытию мигрантов, то есть взаимодействие с государственными нашими партнерами по прибытию именно мигрантов, по размещению, по оказанию помощи, гуманитарное удовлетворение потребностей, оказание первой помощи, психосоциальной поддержки. Самая главная цель – это все-таки научиться координировать свои действия с местными властями, то есть исполнительным комитетом, МВД, МЧС, чтобы мы знали алгоритм, как это именно работает эта вся система при прибытии, массовом прибытии мигрантов. Чем вызвано проведение такого вида учений и тренировок, обучения на территории именно города Бреста? Потому что, ну, во-первых, Брест – это пограничный город. Недалеко от нас и украинская граница, и польская граница. И, соответственно, основная наша задача – это отработка алгоритма действий различных служб, которые призваны реагировать на чрезвычайные ситуации. В первую очередь, конечно, это органы власти, которые координируют работу и МЧС, и УВД, ну и Красный Крест, который непосредственно в своей деятельности оказывает помощь людям. Школа по подготовке к реагированию на чрезвычайные ситуации дает возможность отработать имеющиеся навыки, получить новый опыт и знания. В рамках теоретической и практической работы здесь были определены основные шаги в данной ситуации. Волонтеры регистрировали поступающих мигрантов, оказывали им первую помощь и психосоциальную поддержку, помогали найти родных и размещали в палатках для укрытия, а также выдавали гуманитарную и продуктовую помощь. Работа непростая, но волонтерам она очень нравится, ведь каждый из них пришел в организацию с искренним желанием помогать и верит, что его деятельность обязательно здесь будет полезна. Моя деятельность волонтерская появилась еще 13 лет назад, когда я учился в училище в УНЕСКО. Ну и там, соответственно, я ознакомился с Красным Крестом и с тех пор как-то начал участвовать в жизни Красного Креста, Вот. Ну и, соответственно, постепенно вливался, стал все дальше продвигаться. Ну и вот выехал для ознакомления, для обмена опытом. Очередной масштабный тренинг получился действительно полезным и интересным. Его участники, как и руководство Брестской областной организации Белорусского общества Красного Креста, уверены, отточенные навыки в случае экстренной необходимости будут продемонстрированы в практической плоскости в полной мере.